Не знаю, видно ли тебе папа, но я стою на паркинге возле города Синсхайм, немецкий. И там где-то впереди, ну, мне видно хорошо, Конкорд и Ту-144. Ну и еще какие-то самолетики, много разных, в том числе 747-й Боинг стоит. В общем, надумаешь, приезжай, хороший музей, тебе наверняка будет интересно. Ну как-то так. На крыше фуры оно выглядит. Люди на меня смотрят, как на дурачка. Че это я сюда залез? А просто так, захотел залезть на крышу фуры. В день рождения. Можно же? Проезжаем мимо музея Синсхайм. Самолетики там стоят. В Германии кладут асфальт. Обратите внимание, какое количество техники. Сейчас 8 вечера. Мы где-то возле Кёльна, на автобане номер 3. Понятное дело, пробка. Но зато какая красота! А дорожку-то прям гладенькую кладут. У нас так, наверное, тоже могут. Но у нас так не делают. Сколько катков, я не знаю, штук 10? Не меньше. В общем, такой хороший объем. Нам ехать еще 286 километров. За сегодня мы не доедем, пожалуй. Выгрузка недалеко от Гамбурга. По таким пробкам мы точно будем ехать долго. Но в принципе, жизнь налаживается. Здесь почти лето. Пока я приеду домой, лето будет уже и у нас. И это прекрасно.